живем в России. Герб России – золотой двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди Георгий Победоносец. Он пронзает серебряным копьем злого дракона. Флаг России трехцветный – белый, синий и красный. Наша столица – Москва. Стоит на Москве-реке. А на севере от Москвы, на реке Вологде, стоит русский старинный город Вологда. В Вологде, как и в Москве, есть Кремль. Но вот такое вкусное масло не делают больше нигде в мире. Оно так и называется – Вологодское. А еще в этих местах плетут знаменитые вологодские кружева. Такие же кружева здесь умеют делать и из дерева, и даже из железа. Они похожи на те, что Мороз рисует на окнах. Кстати, многие думают, что Дед-то Мороз бывает только в сказках, а на самом деле он живет на севере Вологодского края, в маленьком городке Великий Устюг. Напишите Деду Морозу письмо, и вы обязательно получите подарок. А если вы любите русские сказки, то здесь их превеликое множество, и каждая как драгоценный камень-самоцвет. Жил-был мужик, и у этого мужика был кот. Да такой проказник и обжора, что просто беда. Проку от него никакого, одни только убытки. Не выдержал, наконец, мужик, схватил кота и в лес понес. Да подальше понес, чтобы дорогу назад этот кот уже никогда не нашел. И так далеко мужик в лес зашел, что сам испугался. Бросил кота и со всех ног домой побежал. Только его и видели. А случилось так, что лиса мимо проходила. Увидала она мешок, любопытство ее разбирает. Что это там такое? А кот в мешке от страха, ни жив, ни мертв. Слышит, вокруг кто-то топает. Думает лиса. Домой мешок отнесу, там и раскрою. Смотрят кот и лиса друг на друга. Обоим страшно, но жутко интересно. Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала. Ты кто будешь? Я... Зовут меня Котофей Иванович. Меня из сибирских лесов прислали к вам воеводою. Вот. Воеводою. Воеводою? Ах, какой вы важный воевода, Котофей Иванович. Какая выправка, какой мундир. А что, Котофей Иванович, давай поженимся. Поженимся? А тебя как звать-то? Елизавета Петровна я. Ну что ж, Лизавета Петровна, пожалуй, женюсь я на тебе. И стали они вместе жить. День и ночь веселятся, песни поют, да в ладушки играют. Бедный Котофей Иванович, как же вы проголодались! Всю ночь пробегали, искали, чем бы поживиться.
Что ж, я схожу, еды добуду, а вы пока тут сидите, сил набирайтесь. Скоро сытно заживем. Бежит лиса по лесу, грибы собирает, а сама по сторонам поглядывает. Вдруг волк навстречу. Здравствуй, лисонька. Ты чего это, грибы собираешь? Ты же их не ешь. Я-то не ем, да вот муж мой, Котофей Иванович, очень любит. Какой такой Котофей Иванович? А ты разве не слыхал? К нам из сибирских лесов воеводой прислан. Была я лисица-девица, а теперь нашего воевода жена. О, а нельзя ли на него посмотреть? А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо, да побольше. На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь. А вось Котофей Иванович тебя не заметит. Он хоть у меня и маленький, но характером очень суров. Чуть что не по нему, сразу в клочья разорвет. В клочья? Да. А лиса желуди пошла собирать. Дожили! Ты чего это, лиса? Мои желуди хватаешь? Фу! Так я ж не для себя, для мужа моего, Котофей Иванович. Какого такого мужа? Который из сибирских лесов к нам воеводой прислан. Желудь не подашь, висит высоко. Дожили! Слышь, лиса, хочу на воеводу твоего посмотреть. А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо, да побольше. На опушке положи, а сам спрячься куда-нибудь. А вось Котофей Иванович тебя не заметит. Скоро он у меня на расправу-то. Дожили. Здравствуй, лисонька. Тебе чего? Мне малинки для мужа моего, Котофея Ивановича. Котофея Ивановича, присланного из сибирских лесов к нам воеводою. Покажи. Он у меня маленький, но суровый больно. Чуть что не по нем, тут же тебя в клочья разорвет. Разорвет? Ну, хоть одним глазком. А ты гостинцев собери. Рыбки, мясо, на опушке положи, а сам спрячься. Да подальше, а вось Котофей Иванович тебя и не тронет. Скучаете, Котофей Иванович? А я вам покушать кое-чего принесла. Не нравится. Вкусненького хочется. Скоро будет. К нам вот-вот с подарками большие звери пожалуют. Да не бойтесь. Они только одним глазком на вас глянут и сразу разбегутся. В нашем лесу никогда настоящего воеводу не видели. Вот дожили. К лисе с мужем на поклон пришли. Тише ты! Если сам беды ищешь, то хоть нас не втягивай. Лиса вот велела спрятаться. Дожили! Дожили. Медведь, ну что там? Не видать никого? Не видать. Хоть бы знаком какой подать. Слышь, косой, стой! Сбегай к лисе, скажи, что мы с подарками пришли. Пусть с Котофеем Ивановичем сюда выйдут. Мне свыше передать велено, что к вам с подарками явились и выйти просят. Тут дожили. Ну что, идут? Да вроде идут.
Ну как он, воевода-то? Да не разглядеть толком, мелковат. Ну полно вам, Котофей Иванович, не сердитесь на них. Они вам подарки вкусные принесли. Вот как вкусненько вы сейчас накушаетесь, может, меньше на них сердиться будете. А уж если угощение вам не понравится, вот тогда их самих и съедите. Ой. Медведь, что там? Я ж не вижу ничего. Ой, беда. Все кричит мало, как бы до нас не добрался. Ты куда, косой? Жить надоело. Не могу больше так. Сам посмотрю. Не то как бы воевода вас не задрал. Да другим передайте, чтобы неповадно было Котофея Ивановича сердить. Вот задали вы им трепку, Котофей Иванович. Долго помнить будут. С тех пор кот и лиса стали жить сытно. Идут, идут, подарки несут. Идут, подарки несут.